Артем, молодец, сам начинай, не жди. Сам начинай. Хорош, молодец. Руки собраны дальше. Стоп! А что, землю правой? Стоп! Не бросаться, да, жди, жди, жди. Корпус и правый корпус. Можно чуть-чуть, можно встретить надо, да. Боксом занимается 10 месяцев, провел 10 боев, 8 одержал победы, тренируется под руководством Матюнина и Пышкина. В синем углу ринга Самуэль Даниэль. Боксом занимается 1.5 года, провел 17 боев, 14 одержал победы. Руки собраны. Идем, самому начинаем. Вот, провалил и наказал. Не торопись. Сам не иди, он пойдет. Давай, Артем, прибавь. Лев. Очень открыт, руки болтают. А корпус переводит, Дань, после лента. А тебе ручки вкидывай. О, молодец, супер. Как только начинает лететь на тебя, встречает. Коротко встречает. Артем, по какой правой? Артем, правый, чаще правый. Чаще смещение, Даня. Мало работаешь. После своей атаки смещение. Правый фон. Хорошо. Тёма, руки опущены. Артём, больше. Давай, Артём. Да, левую, правую. Правый фон. Голову, Даня. Бери красню, Даня, больше акцента. Да. Артём, правый снизу. Вот, дальше, что-то надо не ударяться. Артём, правый снизу. Серийность нужна. Хорошо. Снизу, правый. Вот коротко, видишь, встречу. Закрутил. Левый, Артём. Ну, корпус, Дань. Левый. Сразу по Невскому удар. Правый.
выходу в ринг готовится 27-я пара боксеров. В этом бою победу одержал боксер из синего угла Самуэль Даниэль.